Стоп. Теперь вниз. Видно, что в западной части неинтенсивное мореплавание, лишь несколько судов отображено. И это понятно, это зона боевых действий, и здесь есть реальные угрозы и с точки зрения минной опасности, и средств воздушного нападения. Сейчас, на секунду, подожди. Полностью остановили все судоходство, в том числе и промысел. Суда стали с северо-западного Крыма на прикол. То есть выход в море был запрещен. 18 мая 2022 года мы получили добро на выход в море на то, чтобы забрать наше орудие лова, находящееся с 24 числа, с 24 февраля в море. В связи со спецоперацией. Что будет дальше, мы не знаем. На 2022 год на Камбалу Калкан у нас было заявлено 100 тонн. Это от общей квоты. Общая квота Республики Крым составляет 352 тонны. То есть предприятие несет убытки. Люди расстроены, вынуждены искать за это время себе другую работу. Речь идет в первую очередь о экспорте, украинском экспорте зерновых и растительного масла подсолнечного. Мы знаем, какое значение это имеет для общемирового баланса продуктового. Большое значение, огромное значение. Если мы в среднем выполняли около 6 миллионов тонн оборота через порты и прочие пункты перехода, то сейчас мы имеем в районе 600-700 тысяч тонн в месяц, то, что мы пропускаем через все возможные наши там, пропускные проходы землей и с помощью портов на Дунае.